Чтобы запечатлеть самарские здания, каждому нужно подобрать особый ключик, рассказывает фотограф-любитель Александр Юхтин. А кроется он в освещении. Что-то эффектнее смотрится на закате, а где-то нюансы видны при свете дневном. Свои фотошедевры мужчина снимает на телефон. Жемчужиной коллекции Александр считает фото особняка Наумова на улице Куйбышева. Перед тем, как поделиться фотографией здания, мужчина обязательно исследует его историю. Так фотограф узнал, что здесь на владельца при заселении было совершено неудачное покушение. Построено здание из самарского камня. Строители говорили, что дом долго не простоит, но он и спустя 100 лет радует горожан. Владелец особняка Александр Наумов хотел, чтобы и соседние здания были построены в стиле классицизма, но их владельцы выбрали другие архитектурные направления. Когда в это здание приехал премьер-министр Российской империи Столыпин, он, кстати, здесь тоже был, он приехал полюбоваться на здание, посмотрев на него и сказал: не расстраивайся, у тебя вот арабский скакун, а это обычная ездовая лошадь. Сейчас в блоге в одной из соцсетей у Александра хранятся фотографии более 150 самарских зданий, каждая в сопровождении исторической справки. Идея сделать такой каталог появилась, когда к мужчине приехал друг из другого города. Во время прогулки Александр понял, что не знает, чем известны дома в историческом центре Самары. Начал интересоваться и снимать увиденное, а затем делиться результатом со своими подписчиками. Люди пишут об этом, именно об этом и написали, что глаза замылились в городе. Это суета, работа каждый день, день сурка, можно сказать. Глаза замылились, и не замечаешь этой красоты. Особенно после чемпионата, сколько зданий отреставрировано, сколько красоты. А летом это все еще и в зелени, ну просто сказка. Свое хобби, которое стало просветительской деятельностью, Александр намерен продолжать. Основной работе увлечение никак не мешает. Теперь ему помогает и племянница. Она тоже заинтересовалась фотографией. Мужчина признается, предстоит сделать колоссальное количество кадров. Ведь в Самаре еще очень много зданий с историей, заслуживающих внимания горожан. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.